Їх рухи заворожують. Вони відчувають настрій та емоції людини. Легко знаходять спільну мову з дітьми. Разом з підкорюючою відданістю, їх норовливий характер вимагає постійної уваги і турботи. За гарне ставлення до себе вони відплачують відмінними результатами. Коні. У країнах світу розводять понад 250 порід цих шляхетних тварин. Одна з них – Гановерська. Подарувала друге життя селу Бреч, що на Чернігівщині. 8 років тому тут було засноване племінне господарство Бреч, де займаються розведенням елітних коней гановерської породи. Если рассматривать Бреч как большой комплекс, как развлекательный, так и спортивный, то он подразумевает под собой как конно-спортивный комплекс, ориентированный на спорт, на подготовку лошадей, на организацию соревнований, для чего есть вся инфраструктура, необходимая достаточно на высоком уровне. Все работы, все вспомогательные материалы были изготовлены за рубежом, все являются лицензированными. И также на племенное хозяйство. Естественно, работа любого племенного хозяйства нацелена на получение топового продукта. Мы можем похвастаться тем, что мы являемся официальным представительством Гановерского клуба в Украине. Мы единственные здесь получили этот статус. Все наши лошади получают сертификаты, лицензии там. Все внесены в общую мировую племенную книгу, как матки, так и жеребцы-производители. То есть у нас нет стихийной селекции и непроверенного материала. Все проводится на очень высоком уровне. Есть лаборатория по искусственному осеменению, и все это очень сильно нам помогло. В КСК «Бреч» разводятся только гановерские породы, мощные лошади. Они очень податливые в работе. Если сравнить, допустим, с другими лошадьми, они даже в заездке более спокойные. Трудолюбивые лошадки, быстро поддаются работе. Для племенного хозяйства мы достаточно молоды, нам 3 года. И за эти 3 года уже был получен топовый результат в связи с тем, что наш жеребец, родившийся здесь, выращенный здесь, в прошлом году получил лицензию в Германии. Что это означает? Для примера, каждый год в рамках Гановерского клуба во всем мире рождается от 20 до 40 тысяч жеребцов. Из них по экстерьерному признаку, то есть по внешнему виду, по спортивным качествам и обязательно по здоровью, выбирается где-то от 200 до 400 голов, которые, в принципе, допускаются к лицензированию. И из них только 50 голов где-то получают лицензию. То есть это уже огромный наш результат, огромная наша победа. Нужно также отметить, что с каждым годом селекция становится все сильнее. В прошлом году была введена в действие лаборатория по искусственному осеменению, которая на порядок вывела по качеству работы наших ветеринаров и нас, как племенного хозяйства, эту конюшню Бреч. Ежегодно наши лошади ездят и в Германию, как на показы, так получают там премии, получают оценку немецких специалистов. Немецкие специалисты приезжают сюда, проводят клеймление. Бреч – це великий комплекс, де поруч з племенним господарством розвивається кінно-спортивний та розважальний напрямки. Тут створені найкращі умови для утримання та тренування коней. Гості комплексу можуть зупинитись в комфортабельному готелі, відвідати сауну, басейн, ресторан. І велике свято, і сімейний відпочинок пройдуть з однаковим успіхом. Уроки верхової їзди в манежі, прогулянка на кареті та інші розваги подарують незабутні враження дорослим і дітям. КСК «Бреч» очень гордится своей инфраструктурой, которая сделана на высшем уровне для содержания лошадей, для выступления лошадей, потому что каждый спортсмен, он в первую очередь думает о лошади. У кого-то лошадь подарена, к счастью, у кого-то куплена за 5000 долларов, а у кого-то и за 100-150. И, естественно, это эксклюзив, который он не хочет на одних стартах получить такую травму, которая не позволит ему выступать дальше. Это очень важно. Также мы должны отметить, что очень хорошо, что дети много очень приезжают на экскурсию людей, смотрят, просто кормят лошадей, потому что я считаю, что это одно из лучших времяпрепровождений для детей. Не обязательно садиться на лошадь, просто провести с ней время, почистить, погулять, покормить. Это прекрасная возможность на сегодняшний день вырваться из этого виртуального мира, в котором мы все живем. Если обратить внимание на детей конников, которые занимаются, они достаточно целостные личности, которые привыкли брать на себя ответственность.
И это очень радует. Также нужно отметить, что вот наша лошадь, которая была приобретена Одесским клубом буквально месяц назад, уже выступает на международных соревнованиях и прошла на чемпионат Европы по детям. То есть буквально через 2 недели они стартуют в Европе на таких знаковых стартах, что очень приятно. Условия все. То есть и для работы, и крытый манеж очень важно, потому что зимой нужно где-то лошадей работать. В крытом манеже не только верхом можно работать, можно и на корде отработать, и шпринт можно ставить. То есть на свободе прыгают лошадей. Мы начинаем где-то с 2 лет, например, чтобы лошадь училась сама видеть этот расчет, где нужно оттолкнуться. Полей у нас тоже достаточно для выпаса. То есть летом мы овсом вообще не кормим. У нас все лошади идут с мая месяца на пастбище, и если погода позволяет, если нету заморозков, до ноября месяца они там. Вот, то есть условия все есть, условия хорошие. Я считаю, что это один из лучших на Украине комплексов. Их у нас всего, скажем так, по Украине таких комплексов 3, которые отвечают европейским и мировым стандартам по качеству грунтов, там европейские барьеры, вот, и лошади. Вот. Здесь в Бричи есть все для этого, особенно лошади, которые мы сейчас сотрудничаем с немецкими конезаводчиками в разведении лошадей, берем от них материал для взращивания этих чемпионов, поэтому здесь очень хороший комплекс. Занимаемся работой лошадей, подготавливаем их к соревнованиям и, естественно, к продаже. Ці коні у стайнях КСК «Бреч» спокійні і врівноважені. Виглядають практично досконало. Кваліфіковані співробітники комплексу забезпечують збалансовану систему тренінгу, яка сприяє подальшому розвитку і досягненню високих спортивних результатів, як на державному, так і на міжнародному рівні. Вимоги найвищі – виховати справжніх чемпіонів. Це потребує терпіння, уваги до своїх підопічних. І, безумовно, бажання та волі до перемоги. Во-первых, очень много терпения, потому что это самое главное. Лошадь может не хотеть что-то делать, а может она еще этого не умеет делать. И нужно ее постоянно, каждый день учить, работать. Вот. Ну, любовь, конечно, к лошадкам. Это самое главное. Любовь и терпение. Воля к победе, желание вот, для спортсмена. Что спортсмен? Спортсмен должен быть, в первую очередь, трудолюбивый. Вот. Не так, что, там, скажем, прийти и свою лошадь раз там 3 дня вывести, а каждый день систематически приходить, свою лошадь лелеять, шагать, чистить. Как у нас это обычно, лошадь чистится 2 раза в день, до тренировки, после тренировки. Всякие мационы, там у нас есть машины, которые специально без всадника заставляют лошадей работать, вот. Потому что, в общем, трудолюбие, желание к воле, к победе должна присутствовать в каждом всаднике. На данный момент в хозяйстве около 120 голов, учитывая молодое поголовье этого года. В этом году мы получили, к счастью, 32 жеребенка. Это наш пока рекорд. Вот, все же ребята здоровые, красивые, от топовых отцов и матерей, чем мы очень гордимся. Ну и надеемся с хорошими перспективами. Структура, она всегда состоит из спортивных лошадей, лошадей молодых, которых мы к чему-то готовим. На каждый год своей жизни лошадь...